который сейчас поднимается над Краматорском, но даже отсюда, из Славянска, в последние несколько часов хорошо слышны взрывы. Только что командующий ополчением Донбасса Игорь Стрелков сделал экстренное заявление. По его информации, украинские войска начали в Краматорске карательную операцию. Артиллерия бьет по жилым кварталам. Обстрел ведется массированно, в основном, даже не в основном, а исключительно по городским кварталам и по промышленным предприятиям. Если Славянск уже привык к постоянным, непрерывным, ежедневным, еженочным обстрелам, то в Краматорске сейчас началась паника. Впервые массированно накрыты тяжелыми снарядами городские кварталы, панельные дома, частный сектор. Там сейчас пожары, взрывы, масса убитых и раненых. По прогнозам Игоря Стрелкова, городам Донбасса уготована судьба Славянска.